Activision сделать противопоставление компании Battlefield, потому как Battlefield графика должна быть все-таки получше, хотя у этой колды требования, по-моему, даже лучше, чем у четвертой батлы, что весьма, конечно, странно, у многих игра даже не запустилась, потому что до запуска нужен DirectX 11 и 6 гигабайт оперативной памяти, у многих просто столько нету, то есть по определению на 32-битных системах она не должна запускаться. Вот такие вот серьезные ограничения наложили разработчики. Так что будем смотреть, оправданы ли они. Поехали. Что, это правда произошло? Да ладно, ты же не веришь во все эти все. Ну что ж, ладно, давайте двинем домой. Пошли! Неплохо, пока мне нравится, довольно-таки красиво. Логан Уокер, Сан-Диего, Калифорния. Интересно, большие землетрясения в Калифорнии. Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Ну, конечно, опять вот наша картинка в каком-то таком большом фильме, что ли, или что-то типа того, но... Вон! Ё-моё! Один? Что за Один? Похоже, игра на самых первых секунд бросает кучу событий. И черт возьми, что это за взрывы? Похоже, это как раз таки начинается та самая война, в которой нам придется принять участие. Окей, Кэш. Я сам не знаю.